Ждет у тебя еще, Дима. Ждет еще вкусняшечку. Я хочу. Я тоже хочу. Ну сейчас. Найте вам семечек. Давайте им семечек. Сейчас. Ой. Дай мне, побежали. Побежали. Просят. Найте. Найте вам. Держите. Давайте. Держи. На тебе, на. А семечками. Не хочу я эти семечки. А кукурузу они не так уж уже сильно хотят. Семечек больше хотят. Что там, зацепился? Емелюшка, что ты стесняешься нас? Повернись, пожалуйста. Ну, куда ты ему так тычешь в морду? Аккуратнее надо немножко. Посмотри, чтобы это удалили. Просит еще вкусняшку. Татошке тут хорошо. Его быстро подкармливают. Как только у него заканчивается, ему сразу же дают еще. А Емелька ходит, добыть не может. Кукуруза не в почете, да? Потому что семечки есть. Скажите, когда есть семечки, кто будет кукурузу есть? А вот Казя и Сава очень кукурузу любили. Татоша и Емеля не так уж сильно любят, но не слишком. Ефросинья все не теряет надежду угостить его кукурузой, да? Да? Да. А он не хочет, да? Он семечки ест. Ну, когда закончатся семечки, тогда он согласится и на кукурузу. И давайте. Скажи, Емеля, пока есть семечки, пока есть что-то вкуснее, зачем я буду есть то, что менее вкусное? Емеля у нас звезда. Всегда так демонстративно кушает. Никуда не убегает. Сидит такой, грызет, жует. Катушка тоже. Нравится вам кормить животных, да? Пусти кукурузу, пусти. Ешь кукурузу. А какие ваши любимые животные? Ой, белка. Белка? Да. А крыса тоже почти как белка. Только хвост у нее не пушистый. Вы посмотрите, что делается. Так-то Емеля демонстративно ест, да? А так он, смотрите, отворачивается. Возьмет и попой к нам повернется. Дай, пожалуйста. Давайте, он сейчас спрыгнет. Он сейчас за семечками своими. Да, за семечками побежит сейчас. Побежит на пол будет прыгать. Смотрите, видите, Емеля, который всегда демонстративно ест в камеру. Посмотрите, что делается. Берет семечку и отворачивается. Дим, ну дай ему, чего ты? Емеля передумал. Решил, ладно, так и быть, буду в камеру жевать. Ну все, съели семечки, давайте попробуем. Может, кукурузу будут все-таки есть. Дай ему. Еще семечки не закончились. Дай ему. Одну этом, одну там. Все по-честному, да, как должно? Да. Чтоб Татошика не обделить. Нашу Татошу, жирняшу. Татошка уже у нас совсем такой не худенький мальчик. Был такой исхудал совсем. А теперь такой уже потолстел. Потолстевший мальчишка. Нет, Люба, хватит. Все, все, хватит. Семечек достаточно. Не надо все, больше. Много все. Нельзя. Все, я понимаю, что вы до вечера можете крыс кормить. Я знаю. Вы посмотрите, что делается. Вы посмотрите, какое чудо, да? Емельян все время отворачивается. Чтоб дети не отобрали. Чтоб не съели.
А Татоша наоборот сегодня, смотрите. Да, спокойно. Семечку взял. Татошка решил, ладно, порадую детей, буду есть вот так вот демонстративно. А Емелька? Нет, решил отвернуться, чтобы не смущали его. Дети могут целыми днями играть с животными.